Это мы показывать-то не будем. Вот, вот. Сейчас я кое-что покажу. Вот, не будем никуда торопиться. Что ж ты падаешь-то? Да не падай. Все падает и падает. Но все падает и падает. А если мы попробуем вот так сделать сейчас, неторопливо. Вот так, вот так, вот так. И можно говорить будет поменьше. Вот так. Чтобы петличка не упала, естественно. А то они падают, а падают, падают, падают. Вот этот мой танчик. Хороший танчик, да? Вот сейчас я его покажу. Вот он. Вот он, мой хороший танчик. Всего у меня их 3 танка первой линии. Итак, что здесь у нас показано? У нас с тобой 5. И снизу 5. Вот видите? 2 пятерочки, да? Но здесь пока еще у меня мастера нет, потому что мастер, когда у вас будет 5 вот этих штучек, только тогда вам дается мастер. А так вот, сейчас второе, потом будет первое. Да-да-да. Вот так вот. Не быстро, естественно. Сейчас объясню о сути событий. Даже если вы когда-нибудь увидите человечка, у которого 5, а их просто так не присваивается, их просто так и не купишь в природе своей. Хотя, может быть, можно и купить, я понятия не имею. Но мне это не нравится. То есть, знаете, сколько мне пришлось на этом танке подзаработать? Ну, чтобы было 5. И там, и там. То есть, на этом танке вы даже не о других танках можете подумать. Но, в принципе, о других танках там, наверное, и сумма будет выше по количеству денег заработанных. А мы на первом уровне. Так вот, на первом уровне для того, чтобы заработать везде 5 баллов, по самому топу, то пришлось это где-то, говорят, до 600 этих звездочек. 600 звездочек. Вот. Только после этого такое количество. И самое забавное, что как бы даже невзирая на то, что я занимаюсь танками, ну, просто ради прикола, потому что, ну, как бы зачем тратить сегодня лишние деньги, этого смысла нету, то время-то серьезное прошло, да, если честно, то мы же не будем говорить про другого танка, у которого уже 2 миллиона этих звездочек тоже недавно показал. Самое забавное, что происходит чуть-чуть дальше. То бишь, небольшой нюанс по отношению к москвичам, естественно, москвичи, да это бог. Вам дали возможность заработать деньги, и вам отдали все это дело. Кто? Белорусы. А вы хотите деньги заработать? Ну, зарабатывайте деньги. Сейчас малость объясню, почему вы хотите это дело заработать. То есть, если раньше можно было бы включать какие-то события, боны, 5-10, что у вас немножко чуть побыстрее отрабатывалось в перспективе, ну, есть такое понятие, оно называется чертежи. То сегодня и сейчас, грубо говоря, скоро, наверное, уже год как будет, то есть у вас этого нету ничего. То есть мало того, что вас причесали по самые кривые помидоры, вам приходится только работать, чтобы деньги зарабатывать на одном уровне, так вас еще и причесали. Да клево это просто. Но самое интересное то, что я, вот у меня тут есть такая штука, смотрите. Я просто объясню, не буду увеличивать, это просто пока не нужно. То есть 5 критических попаданий в бою, видите? 5 критических попаданий в бою. Так вот, я, вот смотрите, сейчас вот покажу. То есть здесь у меня критических попаданий всего 2, если честно. Но когда я работал с ФТшкой, с вот этой вот, с танком, да? Которого я убил, естественно. То есть там было 5 именно критических попаданий. Ну, никто же не понял, о чем идет речь, и поэтому как-то меня швырнули. То есть если бы написали бы 5 критических попаданий в разные танки в бою, а не 5 критических попаданий в бою, ну, это такая отдельная тема, да, ну, типа, ну, мы же фраера, вы же должны, типа, понять, потому что мы-то умнее вашего. Ну, может быть, вы умнее нашего, но это не есть айс. То есть, ну вот как-то так. А в остальных желаниях маркиза, да, то есть нету ничего. То есть второй месяц, мы просто сидим и бамбук курим.
одна тема, весьма интересная. Вы не думайте, пожалуйста, что это только такая фигня. Сейчас мы ее закроем. Это сейчас немножко тоже закроем. А, есть у меня и другой. Тот самый. Еще уже который перешел не под наше управление. То есть они уехали наверняка из Белоруссии чуть-чуть подальше. Может быть в Польшу, может быть еще куда-то. Вот, где называется World of Tanks. Европо. И вот, тут еще и дюна какая-то прикольная началась. Да-да-да. Сейчас проверим. Знаете, что самое забавное? Самое забавное, это то, что к маме пришел один человек. И мама честно и порядочно поделилась с ними моими данными. То есть она залезла, наверное, на госуслуги. А человек ревил, посмотрел, она ему сказала пароль. После этого я вот этот пароль создавал, это на Yahoo сделал. То есть у меня несколько есть почт, естественно, не просто одна почта, а их несколько почт, естественно. Я на Yahoo сделал себе Алексей Чилейкин. Залез сюда и сделал это для маленького Алексея Чилейкина, младшего. То есть, видите, Джер Чилейкин маленький, естественно. Не буду показывать, естественно. Зачем им это делать, естественно. 24. Sky. Люкс? Все. Да, да, да. Играть. Что там запущено? Нет, сейчас выключим. Что у нас там запущено? Больше у нас ничего не запущено. Все, грузится. Вот. И что-то я забыл про эту штуку. А чувак смотрит, ввел туда, потому что он не смог бы залезть на мой почтовый ящик, он просто ввел пароль. Тот, который я устраивал. И много чего купил за свои бабки. Я бы никогда бы этого делать не стал, но он купил. Вложился прилично. А потом, когда я вместе с сыном пытаюсь залезть, блин, что-то он меня никуда не пускает. А, да, лошара. Он сам пароль поменял. Но не смог залезть на мой почтовый ящик. Понятно, да? Он поменял другой пароль, а я думаю, а что за фигня? Почему пароля нет? Я задаю вопрос, откидываю на свой почтовый ящик, там меняю пароль так, как мне нужно. И таким макаром человек мне подарил много чего интересного. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. То бишь я могу и на World of Tanks играть, и в мире танков играю. Но играю по большей части в мире танков, потому что, ну, потому что десятки уже хороши. А здесь пока еще, ну, может быть, ну, в принципе, я не игрок той же оперы. Может быть, так оно и существует. То есть я сейчас могу одновременно и там показать, и здесь показать. Сейчас он немножко догрузится, естественно. Но понятное дело, что можно было бы громче играть на точке ком. Я имею в виду World of Tanks ком. Но сложности. Хотя здесь никаких проблем. Я спокойненько на пятерочке рыбачу, рысачу, колбашу. Просто изумительно. Тем более хороший танк есть, КВ-1, полностью укомплектованный. Он туда не лезет. Зато здесь получается, что на КВ-1 деньгов немножко больше, потому что пятерочка. Если бы это все вернулось на круги своя, то еще можно было бы подумать о том, что заплатить какие-то конкретные деньги. Но в связи с тем, что мы даже не думаем, как заплатить конкретные деньги, возникает вопрос, а оно кому-то это делать-то нужно? Может быть нужно, а может быть и нет. То есть была такая структура весьма интересная, да? Не в курсе быть. Очень зря, кстати. Российская Федерация на 1С сделала штурмовик. И как он дал просраться? Microsoft Flight Simulator. То есть они-то были такие, ну типа, да, взлетай, да, шуть тебе.
да, ну и срать на тебя. Но когда появился штурмовик, на нем еще взлететь-то надо было, и очень сложно. А штурмовички чуть позже пошли, и каждый раз все усложнение это взлета происходило. Да-да-да-да-да-да-да. А мало того, там же еще и усложнение посадки происходило. Хотя, по сути событий, вот просто лох, обыкновенный лох. Даже в первую, даже на первой части Ил-2 штурмовик вряд ли сможет взлететь. Особенно к клавиатуре. Знаете почему? Потому что клавиатура непропорциональная. Так вот, на непропорциональной клавиатуре я был очень красивым и крутым. Вот-вот, пожалуйста, да? Вот она. Вот она, красотища. Да. Но и тут тоже нету ничего, хотя что-то. А, уже все, все. Тут можно, оказывается, включить события. О! Да, то есть в наших танках нету ничего, а здесь уже дюна. Началось все это дело. То есть, ну, наверное, все-таки меня больше интересует именно воспитание с этой структуры, да? Все, вот видите, красиво, дюна там 5-10 показывается. В первый раз. Даже по-русски еще написано. Клево, да? Ладно, не будем вам втирать. Вот. Так точно. Что мы можем включить здесь? Вот, видите? О! Кошелепунька, папа, сель мамусная. То есть здесь уже и денежки, и все остальное. Две абсолютно разные версии игры. Но просто одну дали москвичам. А мне говорят, Москва это хороший город. Я говорю, да, как бы вам сказать. Магнитогорск хороший город. Самара хороший город, Екатеринбург. А Москва это другая территория, там все немножко по-другому. Жить в Москве я бы не хотел, зная тамошние ценники. Единственное, чем Москва нас всех привлекает, ну, она привлекает очень хорошо всех тех, кто находится в пределах зоны ориентировочно 700 километров от Москвы. 700 километров от Москвы вы спокойненько едете на... практически в течение суток на либо это не маршрутка, а такая штучка называется, на по железнодорожным путям перевозится. Помните, нет? В детстве там находилась электричка. Да. Спокойненько доезжаете из того места, где ценники не московские, и спокойненько берете билеты московские. И за копейки летаете куда угодно. Но нам отсюда 1700 километров до Москвы ехать – это реальный геморрой. Потому что путешествие будет денежков стоить, не маленьких, то это клево. Почему все это не делать, как в нормальных странах, я не понимаю. Ну да ладно. То есть у нас даже билеты за бугор из Магнитогорска стоят в 3 раза дороже, чем из Москвы. Такой бизнес. Чисто бизнес. Это же хобби. Это называется, если вы хотите куда-то полететь, вы должны бабки заплатить. Ну да ладно. То есть, пожалуйста, все. Хотите, покупайте. Хотите, не покупайте. То есть, единственное, в чем вопрос, для тех, кто все-таки вернулся на круги своя и хочет поиграть, на ком вам необходима такая штучка. Не в каждом банке она выдается. То есть та валюта, которая может работать за рубежом. И тогда вы туда деньги скидываете, а тут уже евро покупаете. И чтобы вот понять, да, то бишь, вот давайте сейчас проверим. Так, ну все. Сейчас посмотрим, сколько он нам выдаст. Не торопись. Сейчас проверим. Ради прикола. Сейчас скажут. А, во, блин, а. И тут не дают нам возможность. Потому что, видите, в чем возникает вопрос. У меня компьютер для Российской Федерации. А они говорят, что... Ну, то есть раньше-то можно было заплатить. А сейчас информация временно недоступна.
Я вот думаю, когда все это дело произойдет по уму, когда они поймут, но с другой стороны, им бы хотя бы немножечко денежков, то дайте спокойненько, мы же это когда-то разработали, я хочу сегодня и сейчас сосать деньги от того перспективного проекта, который когда-то типа был самым крутым. Хоть типа немножко, но вот этим человечкам, которые сделали это дело, жить же каким-то образом хочется, а? Дайте им хотя бы в еврозоне денежку. Но только это не Россия. А в той еврозоне мир танков мелочь, чмось и ненужность никому.